Таиланд, Турция, а теперь еще и Вьетнам. На следующей неделе из братского аэропорта начнет курсировать еще один прямой рейс за рубеж. Первый вылет из братского вьетнамский Нечанг запланирован на 22 октября. Возить брачан во Вьетнам будет все та же компания Nordwind, которая уже осуществляет международные перелеты из Братска в Таиланд и турецкую Анталию. Пока самолеты из братского Вьетнам будут летать два раза в месяц. Рейсы расписаны до мая 2014 года. Как нам сообщили в нескольких турагентствах, в среднем цена за тур на двоих во Вьетнам брачанам обойдется в 40 тысяч рублей. Сюда входит перелет туда и обратно, двухнедельное проживание в трехзвездочных отелях, а также медицинская страховка.